Ребят, привет, это с вами снова я, Егор, короче, на канале Great Adventures. И это обещанный влог, который я оставлял там в ВК, в группе ВК в нашей. Там фотографию я сидел в школе, и там, короче, было написано то, что сегодня, какое это сегодня, 25-е, 10-е, 16-е будет влог. Вот я его, и, как говорится, выложил, вы его сейчас видите. Ну, возможно, вы не прямо сегодня видите, а когда-нибудь через в другой денёк, но... Все-таки сижу сейчас у гитары, жду полчаса, наверное, да, даже меньше 20 минут, и иду в клуб моряков, да, пипец. Кстати, буду оттуда тоже снимать, постараюсь, то есть что-нибудь прикольненькое поснимаю, так что давайте. Вернусь, когда буду на улице. Ах да, ребята, совсем забыл сказать, короче, у меня либо вот здесь вот будет маленький значок, скорее всего, вот здесь вот. Будет маленький значок Great Adventures, я, наверное, на него показываю. Ну, или же он вот где-то вот здесь, вот, то есть вот здесь где-то. Вот, либо вот, как показать, вот здесь, либо вот здесь. То есть в разных местах, ну, либо вот, ну, короче, поняли, да, вот там вот, либо вон там. Ну, вот, ну. Ребята, это очень срочное видео. Сейчас переходите по ссылочке в описании на мою группу ВКонтакте, там сейчас... Проходит опрос, я сейчас иду по улице, да, проходит опрос, мне надо поменять шапку, точнее, не обязательно, но просто хочу поменять шапку. У меня 4 варианта, я их решил сделать опросом, то есть, чтобы вы выбрали, какую именно шапку мне сделать. Так что, да, переходите сейчас по ссылочке в описании, голосуйте, всем пока. Ребят, короче, я иду сейчас около авокадо, давайте сейчас, погодите немного, я включу наушники, ставлю, чтобы... Было меня нормально слышно, чтобы я не кричал, не орал. Ну, как-то так. Вот, короче, я сейчас нахожусь на остановке, и вроде моя маршрутка едет. Я не знаю, давайте вернусь, когда буду в маршрутке. А, да, кстати, моя маршрутка. Или нет? Нет, не моя. Не моя маршрутка. Ну, тогда немного поснимаю еще. Ну, вот сейчас где-то минус 3, минус 2, как-то так сзади. У меня манго находится. Там авокадо. Ребят, кстати, если вы хотите увидеть на моем канале The Last на Киви, ну, короче, такой магазинчик находится рядом с моим домом. Ну, как рядом? Просто есть. Киви, у меня была фотография в группе с него. Точнее, не в группе, а на моей странице. Ой. Если вы хотите увидеть видео, как мы туда с моим другом залезали, может, я один полезу туда, я не знаю. Так что там ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, она есть в описании, там ссылочка. Сегодня, кстати, вечером пройдет опрос. Мне надо поменять шапку на канале. Ну, не обязательно, но просто хочется поменять шапку. Я не знаю, какую, есть 4 варианта, так что там переходите, проголосуйте. Я старался сам их делать. Сейчас уже в клуб моряков опаздываю. А я не знаю, блядь, какой автобус до них идет. Так что, ребят, давайте. Вернусь, когда поеду. Ребят, короче, я надеюсь, меня нормально слышно. Сейчас нахожусь у дома и дым, иду в клуб. Ну, точнее, мне сейчас через арку просто пройти, и я уже, можно сказать, в клубе. Да. Буду снимать, когда в него войду. Так что давайте, до встречи. Ребят, извините, не получилось поснимать в самом клубе, так что уже вечер. Давайте, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Не забывайте переходить по ссылочке, там, проголосуйте. Пока. Хаю-хай.